было. Вот. Вчера даже показывали. Где? По РЕН-ТВ. А, по телевизору показывали? Да. И он выступал, нахуй, его, блядь, показывали вот этот отрывок речи, где молиться. Призывал всех помолиться. Лечиться. Зато Лукашенко, кто он, блядь, в Белоруссии-то? Угу. Лукашенко. Он, блядь, сказал, а у нас трактор лечит, нахуй, какой коронавирус, он на тракторе все вылечит, нахуй. Ой, нормально. А у нас как? А у нас ничего, молчит пока. Кто? Кто? Наш президент. Чего молчит? Он же... Чего он же? Ну, он сказал... же тоже призывал молиться. Не молиться, а в церквях. Мощи целуют там. При чем здесь? Это... Пускай целуют там. Это никто не запрещал. Ну, я не слышал такого, чтобы Трамп там призывал молиться. Ну, я слышал вчера. По телевизору. Да? Ну, а конечно. Че? Ну, по телевизору, да, там правду говорят. Ну, а кто там? А что врать-то будут? Он выступал, как раз ему речь была. Наверное, Соловьев показывал. Нет, не Соловьев. А как к Путину относитесь вы? Нормально. Хороший президент. А чем хороший? По крайней мере, с колен Россию поднял. А как он ее поднял с колен? Ну, так. Ну, в чем поднял он ее? Ну что, хоть на мировом стали говорить, а то бензоколонкой были, нахуй. Даже че, негр, блядь, и тот вас обозвал, нахуй, всех пидорасовых. Какой у вас доход? Бензоколонки. Обама. У вас какой доход? Мне доход не волнует, лишь бы не было войны, понял? Угу. Вот и все. А вы получаете довольно хорошо. Мне хватает, не жалуюсь. Ну, примерно как? Мне хватает, сказал. Хватает. Ну, вы скрываете свою зарплату, да? Зачем? Она у меня официально, зачем я буду скрывать? Ну, я вот получаю пенсии 9700. И что? Я не скрываю, вы скрываете. И что дальше? Ну, значит, ну, как вам сказать? Я не скрываю, я просто не говорю ее, и все. Ну... А зачем я буду скрывать? А кто такой, чтобы я тебе ее рассказывал? Значит, низкая зарплата. Мне хватает, я сказал. И на сигареты, и на все. Понятно. Значит, вы Путина поддерживаете, да? Конечно. Он сейчас обнулился же, по новой будет править. Ну, правильно. Кто будет сейчас, если не он? Кто сейчас может с Россией дальше вести? Ну как? А что у нас? Один он, что ли? А кто еще есть? Ну как, что, людей больше нет? Жириновский. Ну при чем Жириновский? Что, а может, кто? Из молодых, кто экономистов есть? А кто? Или политиков? А где они? Ну как, ну их же не показывают по телевизору. А что их будут показывать? Если они американское гражданство имеют. А при чем? Сейчас выкидывают, нахуй, политиков. А у нас Лавров. То же самое. Ну, ну что? Где? Где? Дочка у него где? К примеру. В Америке живет. Ну и что? А Терешкова где? И что дальше-то? Ну а вы говорите. Граждан. У нас нету, что ли, на России 100 миллионов нормального человека, что ли? Нету. 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 Да может он где-нибудь рядом здесь ходит. Да, может и ходит. Ну. Но только он же не в политику не лезет. А вы не лезете в политику? Я нет. Я один раз лазил, больше не хотел. И что? Дерьмо. Говно сплошное. Mm. Там. А не политик. Так вы Путина поддерживаете, да? Я поддерживаю. Понятно. Вот поэтому у нас так 86% поддерживают Путина. Дальше у нас жизни не будет. Будущего у нас в стране не будет. Как-то так.